Я приветствую тебя, путник, и ты пришел на канал Владшима в игру TAPS. Да, мы тут TAPS проходим, Totally Accurate Battle Simulator. И продолжаем кампанию симуляции. Сегодня у нас уровень под названием Jump. Давайте смотреть, что из этого получится. Так, окей. Главное это понять, насколько этот уровень у нас с тобой Jump. Если он сильно Jump, то это будет не очень. Тут у нас вот... То есть вот эти челики изначально готовы прыгнуть вот на эту платформу и сделать мне... Вот это, да? Окей, хорошо. Кто у нас тут? Ёлки-палки, я думал, это торс твой, это твой доспех. Хорошо. И... Тебе нормально тут? Мне кажется, это неудобно. Что? Видно, да, что-то там? Не видно. Пацаны, вы с собой пьяного взяли? Я понимаю, вы все синие, но тут вообще ситуация конкретная. Так. И Зевс. У Зевса тоже все хорошо. Эти глаза никогда не соврут. Зевс, у него все хорошо. Пинчуга, Зевс и ребятня. Ладно, давайте смотреть. Значит, смотри, они берсеркеров туда опрокидывают мне, да? А знаете, ситуация может быть очень интересной. Я просто хочу посмотреть, как их встретят вот эти ребята. Ну-ка, давай, подожди. Нет, их никак не встречают. Это все очень сложно. Все очень сложно. Значит, протекторы, конечно же, в этом случае могут не помочь. Кстати, а почему бы... Вот этих ребят Халбертов не поставить. Они очень сильные. Они их сейчас просто разберут. И разберут их очень сильно. Здесь они тоже пойдут. Вот так вот они вот аккуратно пойдут. Да и бог с ним. На 200 мы пустим 4 вот этих чела. Они придут просто и закончат. Понимаешь? Ну-ка давай попробуем, что из этого получится. Вот смотри, их разбирают. Эти назад пошли. Этих разобрали уже, смотри. Все, их уже нету. Моего Алберта одного загнобили, правда? Так, пацаны, вы только не падайте все тут, ага? Так, смотрите, у вас цель появилась. У вас появилась цель. И к ней надо... Блин, я за Зевса совсем забыл, ребята. Я совсем забыл про Зевса. И тут еще пацаны идут. Так, ну эту катку мы проигрываем. Как-то так это проигрывается. Так, ну смотри, вот эти челы вообще сейчас не вариант. Албертов могут и эти замять, ребята. Вот этих вообще тут не нужно. Вообще не нужно их здесь, понимаешь? Мы с тобой. Кого мы с тобой берем? Берем с тобой вот этих чуваков. Вот этих чуваков. Я их вспомнил. Они жесткие. Они очень жесткие. Так, как бы их вот аккуратно поставить? Блин, тут замять их могут. Давай вот здесь их наставим. Я не знаю, что из этого получится. Но они огнем стреляют, понимаешь? Они стреляют огнем, и это очень хорошо. Это очень хорошо скажется на нашей каточке с тобой. Вот туда бы сейчас огнем прокинули еще. Хвача всех вынесла. Смотри, хвача всех уничтожила просто. Хвача перезаряжача, понимаешь? Куда это все летит? Ой, блин, ну тут мы проиграем, слушайте. Хвача перезаряжача. Мне это не нрача, абсолюча. Так, подожди-ка. Погоди-ка. Так, смотри, значит. Подожди, а если я сделаю вот так? Просто двух этих ребят. Здесь поставлю дофига вот этих ребятишек. Они разберут все равно этих всех. Хвача отвлекается. Здесь немножко. Ну-ка, подожди. Сворд-мастера. Блин, они... Да, сворд-мастера идея, конечно, была не очень хорошая, но давай попробуем. Сворд-мастера, возможно, что-то сделают. Вот хвача опасна. Смотри, она делает нормально. Вот так и всегда стреляй. Так всегда можно стрелять, если что. Так, вот эти вот мастера мечей идут. Вот это вот будет интересно сейчас. Вот, кстати, сможет ли их поразить?
Их поражает без проблем. Стоят они дорого, а поражает их ваншотом, понимаешь? Их поражает ваншотищем. Интересный случай. Интересный случай. Так, кого же нам с тобой поставить? Кто будет раздавать, ребята? Кто будет делать жестко? Кто будет вносить жестокие проблемы? Баллиста, конечно. Две баллисты. Так, нет, подожди. Вот. Блин, она ж поедет, наверное, сейчас. Блин, вот это плохо. Я хочу просто посмотреть, что сделает баллиста. И где эти ее поддержатели? Поддержатели. Черлидерши, да. Вот, черлидерши. Ну-ка, давай посмотрим, что баллиста сделает. Он вообще будет как-то сейчас, ну, делать жесткие вещи, нет там? Так, братан, ты неадекватен, я тебя беру с собой. Сейчас сразу хвачу с тобой сносим. Где она, кстати? Зевса ломаем, Зевса мелим, молим, как там правильно? Так, давай, туда. Отдачу, пожалуйста, контролируем свою. Вот так вот, аккуратно. Изи. Я не понял, если честно, куда делась хвача. Я вообще не знаю, куда делась хвача. Но вот здесь происходило только что очень серьезное складирование тел. И это было прекрасно. А хвача, она, видимо, она ее или не было, или она уехала. Возможно, он понял, что он пьяный, и понял, что, ну, за рулем быть пьяным как-то не... Смотри, хочешь в глаз? Так, и, в общем, непонятно, что случилось с этой хвачой. Викторе. Так, surrounded. Окружение, значит. Со всех сторон нас будут с тобой окружать. Значит, здесь стоит баллиста. Бариста. И здесь стоит приунывший слегка пират. Здесь стоит бард. А здесь стоят халберты. Здесь стоят копьеносцы и щитоносцы. Здесь у нас кто? То же самое. Ну и здесь два пирата, смотри-ка. Два пирата это не очень. Два пирата не очень надо. Так, а кто может противостоять этому? Секретки какие-то, да, говоришь? Кстати, а может быть оставить вот этих ребятишек? А что они делают? Я немножко забыл, если честно. Палки-бомбы. А, то есть... А, ну, не, ну, смотри, в целом это прекрасные юниты. Это прекрасные юниты. Просто нужно нам как-то с тобой вот так это делать все. Эти юниты великолепны на самом-то их деле. Мы просто делаем с тобой вот так. А на 4000 мы с тобой ставим... Кого мы ставим? О, подожди, у нас же есть с тобой еще эти челики. Они классные, это пиратские, короче, супервоины. Это которые пускают ракушки. Ну-ка, давай попробуем. Смотри, во все стороны просто. Во все стороны. Эти взрываются. Сейчас пирата взорвут. Так, смотри, пирату все равно вообще, что происходит в его жизни. Так, подожди. Ракушки будут работать, нет, сегодня? Пиратов съедят или нет? Я не пойму. Какой дефит? Это выигрыш был. Это все вранье и провокация. Это все обман. И... так, подожди, а что не так? Давай поставим трех вот этих челов. Возможно, это все из-за них, то, что их не было. Мы же к победе шли. Пацан к успеху шел. Так, и берет с собой вот этого чела. Так, давай. Давай, начнем. Давай, прикроем. Прикроемся. Прикроемся немножко. Прилететь может откуда угодно. А перезарядка это делится такое. Не очень, как бы, приятное. Так, давай мы с тобой вот сюда отойдем. Вот туда забросим одну ракушечку. И немножко сюда можно закинуть. Сейчас смотри. Этих чуваков съедает просто мгновенно. Чувака там косит просто. Его ест со всех сторон. Братан, тебя надо сожрать немедленно. Ты кто такой? Ты что такая? Ты кто такая? Подожди, ты как это... Ты что это делаешь? Так, давай начнем с баллисты. Так, отойди от меня нафиг, чувак. Ты что такой проблемный? Давай туда закинем тоже. Вот так. Все. У меня жизни нету. Ты полный? Да, ты полный дурак, но тем не менее я тебя беру с собой. Так, смотри, сейчас тут подойдут, вон он идет животное, его надо сожрать, у него еще фулочка,
А, они также двое живые. Так, надо сразу отойти заранее. Отойти заранее. Смотри, в этот раз их вообще ничего не берет. Я один остался? Каким это образом дефитите вы? Я не понимаю. В тот раз одного пирата слили быстренько, а сейчас вообще что-то никак-то не это. Не очень-то оно все и хорошо у нас идет с тобой. Так, ну-ка давайте сразу внесем туда проблемы ребятам. Так. А, мальчики! А, вот это да! С таким голосом только играть! Эти вообще бесполезные, вот эти вот челики, я считаю. Они просто ненужные, понимаешь? А что нужно? Как ты думаешь, что здесь требуется? Ба, ба. Мне кажется, здесь тоже вот нужны вот эти челики просто и все. А на 250 нарисовать вот этих чуваков. Давай возьму я одного Халберта, вот этого, вот этого, вот этого, да. И пойду в бой. Будет сложно, но... Я буду пытаться. Халберт против Халбертов. Да вдруг? Да вдруг? Ты дурак вдруг, понимаешь? Ты умер только что вдруг. Он сдох. Эта живность, она исчезла. Так, давай сделаем вот так. Вот так. Запускаем. У меня вся надежда на Халбертов. Не зря же я их поставил. Но от них-то толк точно будет. Вот, пожалуйста. Их уже нету. Толк великолепный от них. Их уже нету. Так. Так, давай сделаем вот так. Так, ракушки в этот раз должны по-любому справиться с ними. Так, одного загнобили. Давай, второго осталось. О, нет. О, нет. Еще Халберт один живой. Как бы его взять? Как бы его взять вот... За кого я играю? Я играю за ракушку. Да как он это делает, я не понимаю. Что это за демоническое существо такое? Так, смотри, это вообще не нужно. Это вообще не нужно. Здесь что-то другое. А вот что здесь? А вот что здесь, ребята? Почему прекрасные мысли приходят ко мне так поздно? Вот что здесь, оказывается, надо. Смотри. Зачем, правда, я не пойму, но... Так, потише, потише, там сильно мне не просаживаем, да? Давай попробуем. Ты стреляешь, нет? Хорошо, давай еще. Так. Давай, вот туда немножко, давай. Раскручивайся, не стой, пожалуйста. Хорошо. Где еще? Вон они. Стреляй, крутись, Валентин. Там натягивают тетиву. Так, тихо. Хорош. Не понял. Ты разрушен? Как? Это была победа. Это победа. Это врут. Это победа была. Это все врут. Была победа. Все это время нам врут. Так, раскручивайся. Давай. Нифига не видно, но я думаю, мы в цели палим. Так, окей. Крутись, давай. Крутись. Делай новые ядра, делай хорошо. Давай, туда теперь. Давай. Уйди, убью, говорит. Все, правильно ты говоришь. Так, Барт идет. Барт идет. Победа? Рили, победа? Смотри, сюда ядра попали. Здесь барда снесло две нотки. Смотри, вот он где-то тут лежит. И сюда, и сюда, и сюда. Короче, не знаю, что случилось, но каким-то образом вот отсюда, вот из этого вот окна, вот из этого вот из этого дупла полетела туда и сделала да. Так, что здесь у нас? А, у этого утренняя гимнастика. Он спину такой. Ну ты понял, это типа это... Нет, ну это не то, что ты подумал или подумала. Нет, я не... Ай, блин. Короче, когда хрустит так, типа, сейчас вот. Вот, да. Блин, не получается. Хотел пальцами схрустеть. Ну ладно. Идеально. Так.
Зачем я это сделал? Сиедж. Так, кто здесь у нас? Пим. Короли. Мушкетеры. Сын с папой и сыновья, как всегда. У нас тут всегда так, понимаешь, в этих катках. Ну, не так страшно, как медведи. Че, у тебя три папы, да? Три папы, да, у тебя? У тебя три папы. Печально. Или это твои парни? Ты знаешь, вот этот самый красивый. Вот этот. Глаза в кучу, это прекрасное, я считаю. Качество, которое вот просто неотразим, понимаешь? Лучший. Так. А что мы с тобой делаем? Ну, как бы, у меня есть идея на все поставить владосов. Мне кажется, это будет жестко. Но они справятся. У меня есть идея, у меня есть почему-то вот подозрение, что этих медведей они сейчас просто загнобят в хламину. Они запутались в карандашах своих, ты посмотри на это. Они запутались в своих карандашиках. Инвалиды. Просто кандабубик. Я только очухался, и меня сразу кандабубик. Кокнули сразу, понимаешь? Сразу он ожил и все сделал. Так. Что же нам с тобой требуется? А почему бы и мне мушкетеров не поставить, раз они такие все крутые? Почему я не могу так сделать, допустим? Давай я поставлю мушкетчиков, а чё бы нет? Вот здесь поставлю. Вот тут немножко настрою. И тут нормально будет. Да даже здесь будет хорошо. Ну-ка давай. Во, смотри, сразу в пол отряда спать. До свидания. А наши почему легли? А, их тоже ребята стрельнули, я понял. Так, ну все, я с медведями справиться, я думаю. Там еще много ребят. Здесь много. Здесь два Алексея. Ну-ка иди ко мне. Так, давай. Сейчас перезаряжаемся и делаем. Давай. Это было хорошо. Так, ладно. Алексей. Давай, я тебя возьму, маленький. Самый маленький здесь, давай. Самый маленький, удаленький, там их так много еще. Стреляйте, парни, не ждите. Там два короля идут, смотри. Скибиди-биди, ну-ка. Да стреляй. Чувак, не в коленку надо стрелять, понимаешь? Не в коленку надо стрелять. Надо стрелять в голову. Вот взял курс на голову и целишься ты в голову. Почему ты стреляешь в коленку? У тебя все хорошо вообще. Так, здесь полотряда спать ложится сразу. Здесь нужно что-то другое. За два косаря что здесь нужно? Только, конечно. Конечно. Чмоки-чмоки, смотри, они их сейчас съедят просто, смотри. Короля бы сожрали, вот-вот-вот, да, вот так вот, вот, хорошо. Короля еще съешьте хотя бы одного. Ну, это было хорошо, конечно, но... Ты знаешь, а вообще, идея, по сути, хорошая. Сейчас медведя сносят. Медведя сносите, хорошо. Смотри, они поднимаются и встречают вот этих ребят, возвращающихся. Смотри. Остается медведь, два короля и много ребят. Смотри, два короля в обнимку и медведь идут. Вот они даже. Они по-любому справятся. Но смотри, ну следующее уже просто. Смотри, они вместе встали, чтобы сделать финалочку. Давайте, пацаны. Но они делают финалочку, но эта финалочка связана спорно. Что-то не так. Что-то здесь не так. А я тебе скажу, что не так. Вампиров нужно ставить и здесь, чтобы они делали везде, понимаешь? Чтобы слюна, она везде была, понимаешь? Так, давай. Аппетит этот их. Вот, смотри, они всех там, они легли на всех сразу, и медведя, вон, смотри, там съели. Два медведя борются за выживание. Смотри, они спину, они лопатку ему откусили.
Так, хорошо. Вот, вот сейчас ситуация похуже у нас. Это прекрасно. Короля давайте сносим все активно, пацаны. Сносите, пожалуйста, короля. А чё, он такой имбовый реально, что ли? Да не может король быть таким имбовым. Ну что вы мне заливаете эту заливную рыбу вашу? Ну это не так. Ну не, это не... Ну король не может быть таким. Ну откуда у него столько хп? Ну камон. Рипперов поставить? Рипперы? Кстати, а рипперы-то жесткие. А кстати, а рипперы-то жесткие. Три рипера. Три рэпера, посмотри. Смотри, что рэперы творят. Я, конечно, хотел без них обойтись, но они, смотри, какие имбовые. Смотри, что делается. Просто рэп-баттл, ребят, начинается. Так, таримся, чтобы мушкетчики стрельнули в другое место куда-то. Вот так это делается. Так, королей мочим. И вот этих двух рэперков осталось слить, и все, и будет хорошо. Смотри. Одного. У, и все. Это все, что на что-то способен. Братишка, до свидания. Вот так. Вот с этого и надо было начинать. Опасная артиллерия. Их двое здесь будет. Как я. Я троих выпустил, он решил отомстить мне следующим уровнем. А зачем им помощь? Я не пойму. Зачем вот эти чуваки? Зачем им еще помогать? Зачем самураи? Зачем? Тем челам им не надо помогать. Они сами кому хочешь помогут, понимаешь? Ладно. Ладно. Коль так, давайте я тоже так буду играть. Я тоже так буду играть. Только я еще знаете, кого поставлю? Балунеров? Нет, балунер это, конечно, хорошо. Блин. Так, это два косаря стоит. Блин. Хочется кого-нибудь такого экзотического, чтобы он... Чтобы, понимаешь, чтобы люди там просто обкакались. Чтобы они обхезались, понимаешь? А вот, лучников, шарчиков. Это будет хорошо. Они, кстати, будут сейчас отбивать шары, но... Эти самураи, но я думаю... Я думаю, что-то в этом все-таки есть, и... Этих риперов сейчас просто сольют. Мгновенно. Но мне кажется, их риперы наших сольют. Вот и все. Пожалуйста. Двух наших риперов как не бывало. Смотри, смотри, смывает их просто. Смотри, он их всех смыл. Он смыл их в унитаз. И говорит еще. Да, да. Ладно. Простите. Но это странно. Это правда странно все. Как с этим сражаться всем? Я просто не... Я не понимаю. Вот для фана можно поставить вот эту тему. В принципе, я могу взять... А чё я парюсь? Рипперы терпеть не могут халбертов. Халберты приходят, и рипперы уходят. И два пейнтера рисуют картину, которая будет в конце битвы. Смотри. Вот так это делается. Рипперы, халберты мои падают. Смотри, они падают. Это плохо. Но рипперов они загнобят. Ты посмотри, у них топоры очень длинные. Смотри. Риппера сейчас не станет. Подожди, когда я играл в тот раз... В Спуке, в компании Спуки. Все было по-другому. Все было не так. Как минимум, понимаете? Нет, я могу поставить снова вот так. Как бы да. Это верняк.
это верняк, который затащит. А здесь я поставлю простых чуваков, вот так вот, они будут просто рассыпаться, и стрелы этих чуваков будут вылетаться. И пока они тратятся, мои ребята пятятся, и все это топится. Так, окей. Все, самураи уходят обратно домой. И сейчас эти ребята риперов встретят и накинут ему туда. Ну-ка, давай, пацаны, пли! Парни, приготовьтесь. Он идет. Оно идет. Парни, я верю в вас. И вот еще он один. Он один остался. Это красавцы. Ебой. Это было хорошо. Так, что там у нас? Так, а сколько уровней осталось? Cramped Battle? Это типа вызов, чтоб я прошел все-таки и Cramped Battle? Ладно. Пройду и Cramped Battle. Что здесь у нас? Пум-пу-бум, вот эти ребята. Здесь у нас никого, да? Или кто-то там был, все. А, там кто-то стык, кто там? Зачем он нужен, я не пойму. Зачем оно... Так, ну это лучники, это тоже они. Здесь так, и наверху у нас... Халберты! Так много? 6 человек! 6 мужиков. Так, ладно, 6 человек это не страшно. 6 человек это хорошо. У меня всего 5000 на все это дело. Слушайте, ну, как бы, мне нравится, что мушкетчики сегодня справляются со всеми на ура. Мне кажется, мушкетчики это самое вот оно. А в толпу, поднимаются ребята и набрасывают другим ребятам так, что другие ребята теряются. А в довесок ко всему этому, появляются лучники с огнем и уничтожают напоследок. Ну и человек, который все законспектирует, зарисует, 3 таких человека, потому что объект достаточно большой, чтобы холст справился с листом бумаги и изобразил полностью всю конструкцию с тем, что тут происходит, нам потребуется 3 художника. Да. Ладно, поехали. Все, пацаны заходят домой. Ты посмотри, они сейчас пират этого загнобят дубинками его. Все, гопота, смотри, она проиграла там, по-моему, да? Зато мои... Так, подожди, вот одного я тебя заберу, пожалуй. Один в адеквате должен же здесь остаться, на всякий случай. Которым я буду управлять. И если что, буду накидывать и добивать. Вон они идут, идут к нам идут, нас принимать идут, смотри. Братишка, ты держись. Мы не справимся. Мы не вывезем эту катку. Они всех их... Смотри, они нас раздраконили без какого-либо сожаления. Раздраконили в хлам, понимаешь? Раздраконивание произошло. Не пойму я. I'm not понимать, что происходит. Возможно, нужно поставить вот это. И вот это. Одно, правда. Ну давай. Давай попробуем так. Пацаны, вы же стрелять будете куда надо? Нет, смотри, они все спускаются. Ну, я думаю, здесь они справятся. Смотри, сколько огня по ним летит. Ну все, отлично, пиратов завалили. Да нет, ты подожди, они не дойдут ни за что сюда. Смотри просто, что творится. Они просто обозначают, кто эти рыцари такие. Смотри. Ты просто посмотри, что происходит. Они их оформляют полностью. Посмотри. Эта толпа может дойти. Халберты все. Пацаны, я не советую вам из-за угла выходить. Просто стойте там и умирайте, да? Молча, аккуратно, спокойно. Эх, одного художника забыл, чтобы он законспектировал все, что тут происходит. Так, вот это... Я так и знал, что это произойдет сейчас. Поэтому делаем... Я беру одного дурачка с собой. Фу, хорошо. Но я в кого-то попал. Так, я знал, что такой исход может случиться. О, господа, господа. И вы надеетесь, что вы это...
Господа, смотрите, я беру кого? Я беру человека, который законспектирует, во-первых, это все. Тут рисовать недолго, тут нормально все, тут у него все будет хорошо и окей. Мы берем скелетона Арчера. Мы вот так их разделяем с тобой. По красоте. Разделяем их с тобой. Эти, они как бы, ну, палят, они палят, конечно же, но они не попадают, а вот ты, пейнтер, который все это будет рисовать, последний такой подойдешь, вас даже двое будет, и все, и нарисуете ситуацию. Ну-ка, кто здесь, еще кто-то? А, тут еще ребятня. Ну, они все равно не справятся, смотри, что творится. Лучники сейчас просто, они все падают, и все. А какой в этом толк, смотри. Вот что тут происходит. С этим справится любая гвардия. Будь это лучники или просто какие-нибудь ребята, простые рыцари подойдут и все это развалят просто. Стреляйте, пожалуйста, ребята. Сейчас по нам палить начнут. И нам этого не нужно, понимаешь? Нам этого не нужно. Ныкаемся. Вот и все. Вот так это работает. Вот так это... И он пришел и такой: так, расступитесь. Я еще не дорисовал. Что я тут буду изображать? А тут картина, которую... Понимаешь, если он вот это, вот именно это нарисует, возможно, его руководство порадуется. И руководство вот этих вот чертей из ада, которые пришли костлявые. Но если он это нарисует, вот тому, там королю, кому он там рисует, король такой посмотрит и скажет: ёлки-палки, какая же у меня все-таки армия. Вообще не мои люди из ада какие-то там пришли, гопники, и... Мой художник в обнимочку со скелетоном нарисовал все, что надо. Чисто красная краска, но он все нарисовал в цветах. Ну, интересно, конечно, да. Спасибо. Хорошая была у нас сегодня серия. Да, было сложно, но мы вытащили. Остается 4 левела. Ну, мы с вами закончим их в следующий раз, думаю. И это будет очень круто. Спасибо за просмотр. Подписывайся, ставь лайк, комментируй. Друзьям рассказывай. И пока.